Всем привет! Вы на канале Антон М. И смотрите, как мы сейчас с Сергеем Викторовичем цепляем захваты. Захваты, они были передние куновские. Решили сделать вот такое ноу-хау и зацепить их назад. Как их нету, Игорек? Я целую, блядь, последний раз здесь в пакете лежали. Я покупал вместе с тормозками 10 штук. Хомуты, стопора. Игорек не может найти. Каждый раз покупаю вот эти вот стопора на пальце. И каждый раз их нету. А ты ж говорил, цилиндр у тебя. Нету? Нет. Зачем? Так его как раз нормально, чтобы его цеплять рулон на... Тоже не подходит? Попробую подбить-то. Давай ее поменьше этот пробьем. Нет? Подобьем. А, прикол в чем? Почему их ставим назад? Потому что, во-первых, у нас МТЗ-82 нету, чтобы повесить его на кун. На кун у нас, на куне стоит у нас вилы. А во-вторых, сейчас в поле сыро, и сенаж куном вывозить очень тяжело. В плане не то, что даже, что он перед проваливается, а в плане того, что и рулон сенажа трудно проткнуть. Почему? Потому что он, получается, его по траве катает и проткнуть не может, то есть упереться некуда. И он его вилами проткнуть не может. Вот сейчас попробуем, посмотрим, как он будет эти захваты работать. Захваты самодельные. Так что посмотрим, что у нас получится. Как эта вся система будет. Ну, у нас проектом руководит Сергей Викторович. Так что я думаю, что тут вообще нареканий быть никаких не может. Все у нас будет крутиться и вертеться. У нас все как в той песне, да, Сергей Викторович? Улыбайся. Так, ладно, наверное, за один раз не сниму все видео. Попробуем сейчас Игорю стопора помогу найти и... Этих стопоров-то у нас было море, но... Игорь, ты не там смотришь! Да, этот, вставлю, не буду отдельно снимать. Вот, произошла у нас такая вот история, но это обычная для Вирекса, потому что, я всегда говорил, на навеске ее задирают под самое небо и едут, качают, и она... Происходят вот такие вот вещи. То есть лопнула все-таки у нас вот здесь верхняя часть. И, ну, ничего, этот. Кстати, заказал я вот эту всю часть новую за 3000. Пускай валяется, будет для тех этих грабель. Это так, к слову, к вирексам, которыми мы косим. Именно сенаж. Под сенаж. Сейчас настраиваем все. Попробуем, как это все будет происходить. Вернее, я вам покажу, как это все произойдет. Будут у нас захваты сзади. Удобно в нашем хозяйстве тем, что рулон в неделю, то есть и сена, и сенажа там в 4 дня, наверное, один рулон у нас. С поля привозить, с поля, с площадки, то есть грузить-то не получится в газель, как бы. А, ну, хотя посмотрим, если с цилиндром, может быть, и навеской удастся закинуть в газель. Ну, во всяком случае, посмотрим, как это будет выглядеть.
Серег, Игорек везде поснимал и ничего нету, да? Может даже удастся на газель закинуть. А если будет центральный цилиндр? Ну-ка еще раз давай. А если будет центральный цилиндр, Игорек? Ну-ка объясни нам, что у нас получится что-нибудь, нет? Если газель ниже поставить. Вниз поставить, да? А зачем мы будем газель вниз ставить? Мы откопаем ямину, загоним туда газель. Дай-ка. Все, вон палец. Так, снимаем сам процесс. Ага. Вот он подъезжает. Вам попасть, да? Сергей Викторович прицелиться не может. Попробуй по полю развернуться! Будет он на дебак озлить или не будет? Но руль, наверное, стал легкий, да? Ага. Попробовать наверх поставить. Да, попробуй, тебе не закинуть наверх, надо выше, да? Ну, у него гидравлика слабоват. Клади его туда на место. Сейчас попробуем просто сено. Он тот. Вот и не надо, да? О, в газель грузить, да? Мы так и 4 запихаем, да?
Чтоб в рядок лежали, это калашный ряд, да? Сергей Викторович выкладывает. Ну, как-то вот так, то есть свою работу они делают сзади пока. Так что все нормально, сейчас он будет вперед их по краю растает. Чуть шире, может, надо было. Сбоку его ложить, хоть. И с обмотчика убирать. Правильно? Выкидывать не надо. И второй ряд выложит. Только не его, а трактор с гидравликой такой. Да? Это у нас вон дымят такие рулоны, первые июньские. Уже пробило дождем, и вряд ли они до зимы долежат, да? Игорь, что ты думаешь на этот вопрос? Как нам ответишь? Никак, да? Да. Вот так вот. Этому-то проезд закрыл, да? Только сено, если. Теперь полностью раскрыли. Пальцы надо, втулки надо, да? Чё тут разбивает? Только что ездить по, ну, далеко, если может быть. А так. Куна, да, да. И можно с поля вывозить, а куновским на площадке загружать. Ну все, то есть вот такое вот небольшое видео показали. Все это самодельный весь захват. То есть сделал наш этот гуру, как говорится, специалист высокого профиля в сельхозпроизводстве.
Так что кому надо, обращайтесь, поможем. Ладно, все.